18-14. 6 июня. Тьфу ты, 6. 21 июня. Всратый циферблат. 21 июня 2023 год. Купил себе новое кресло. Сейчас вскроем. Меня вызывает опасение то, что часть самовскрылась, так сказать. Будем надеяться, что с самим креслом все в порядке. Ну, начнем разборку. Вообще не хотел записывать видос, хотел вообще забросить канал, но какой-то неведомой силой меня снова тянет снимать видосы. Для кого? Зачем? Нафига? А чтоб все охренели. Не знаю, зачем это делаю. Мне это просто нравится. Как там говорил один крутой чувак, что по кайфу то и делаю. Нет, плевать в камеру я не буду такого. Осторожно, максимально осторожно. Ничего не повредя. Начать. Гальвунио. Ух, как и в прошлом кресле, основа здесь тоже железная. И это здорово. Подушечки. По-хорошему, конечно, стоило бы каноны предыдущего видоса соблюсти. Но я не помню, пересматривать мне как-то в лом. Проблемы жиробаса. Немного подвигался, немного потягал коробочку. Все, уже весь вспотел. Мне еще через 40 минут в тренажерку идти. Ну, буду собирать, а вот успею и вечером уже на нормальном, крутом геймерском стульчике посижу. Внезапно обнаружил, что собачек на замках нету. Бля, это очень херово. Большущим минусом за это. За эту всратую экономию. Ну прям гитарист. Аккорды нажимаю. Красота. Мануал прилагается. 95, блядь. Заправился.
пульт управления. Есть пробитие. Надеюсь, детали не повреждены. Блок питания вроде цел. Вроде все нормально. Блин, у меня ассоциация с каким-то вкусным морским блюдом. Улиток, что ли, заказать.
3. Так, стоп, получается, эта маленькая трубочка будет держать мою здоровенную спину. Она вообще железная хоть. И в каге, как думаешь, выдержит? Нет? Она еще уже погнута. Ну как погнута? Технологически загнута. Надеюсь, этот технологический изгиб не сделает еще хуже. В общем, делай ставки, желаю удачи. О, как. То есть надо ручку постоянно дергать. Вот, зафиксировал спинку, и она не дергается. Ой, не тот рычаг. Такое ощущение, будто меня обманули. Ладно, собираем дальше. Это мы уже сделали. Пятый пункт, шестой пункт. Thank you.
Собственно, виброустройство. Но и тут тоже нету этих собачек. Вы чё, блин, экономите, что ли? Это неправильная экономия. Остались подушки от предыдущего кресла. Аэрокул Альфа. Вот для демонстрации. Собачка тут есть. Какого черта вы экономите на этих собачках? Не экономьте, пожалуйста, производители. Производители, не экономьте на удобстве покупателей. Очень вас прошу. Ну что могу сказать, не сказал бы, что это прям такое офигенное топовое кресло, бюджетненький вариант, да, бюджетный вариант, но цена какая-то прям слишком. Вибромассажер еще не оценил, заценю его чуть позже, надеюсь, оно будет того стоить и цена будет оправдана и кресло не развалится за... Здесь ставлю, за сколько у меня предыдущее кресло развалилось. Ну, это все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я буду наслаждаться жизнью. Тридцатое июня. Отзыв. Стульчиком я в целом доволен. Хороший, удобный. За исключением пары косяков. Вот здесь подлокотник ровно, а вот здесь он чуть-чуть отходит в сторону. Не знаю, с чем это связано. Но в целом не критично. И еще один минус. То, что здесь пришлось наколхозить изолентой. Надо было синий, наверное, сделать. Потому что как ты ее не крепил, вот эту ручку, я прям до упора закрутил. Спинка все равно проваливалась вниз. А мне надо было чуть-чуть повыше ее. Вот. Закрепил, зафиксировал. Все, она теперь стоит намертво здесь. В целом, 4 из 5. 1 июля, 9.29. Все-таки решил немного наколхозить. Вкрутил саморез. Вот, методом проб и ошибок. Выбрал нормальную длину. Все, теперь ничего не проваливается. Правда, изоленту потом отдеру. Вот, а так в целом идеалити. Что, уже 8 августа? Ой, 7 августа. Никогда не тяните с видосами так, как это делаю я. Но зато есть плюс. Месяц использования кресла. Наколхозить пришлось еще больше. Ну что, на одном саморезе кресло слишком сильно качалось из стороны в сторону. Пришлось два впендюрить. Вот такой вот минус. И еще один минус у кресла. То, что когда подходишь к нему, начинаешь на него всячески воздействовать, оно раз и вперед туда укатывается слегка. Как бы
не укатывается, наклоняется. Вот, наклоняется. И это неудобно, особенно когда начинаешь его подтягивать ближе к себе. Ну, на видео это плохо заметно. Но когда садишься, его подтянуло вперед, он раз, наклонилось. Не фиксируется. В общем, прежде чем брать такую модель, рекомендую трижды подумать. Четверка, ну такая, знаете, сомнительная четверка из пяти. О.